рекомендует. Шоу «Сенсация. Shadowland. Страна теней». Со 2 по 6 октября. Театр эстрады. Заказ билетов 730-730-0 и на сайте katsius.ru. Коттеджный поселок Павлова озера. 14... Опровергли информацию о самолете с 20 миллиардами евро. Ранее СМИ сообщали, что на территории аэропорта уже 6 лет стоит судно с крупной суммой денег на борту. Подтвердил начальник пресс-службы Шереметьева Роман Генис, эта информация недостоверна. Денег нету, такой самолета нету. Даже теоретически ситуацию представить можно, потому что просто стоящий самолет не может просто в аэропорту стоять просто так. Даже машина в центре Москвы не может стоять просто так и ее. А как самолет может просто так стоять в аэропорту? Снимай. Бля, не сначала начал. Мусоря уже едут! Друг, уже! Ты что, боец сильный, да? Не, ну ты боец! Боец? А ты что, боец? Он боец. Да дело не в этом. Да тебя сейчас закрепят. Уже сиди, жди. Давай. Жди. Вы что сняли? Мы с вами мужиков все сняли. На падение. Бля, да надо его метели сразу, козла было, бля. Быстрее, парни. Сейчас он покажет. Ты на видео снимаешь? Да. Дети. Сопровождение. Они сами ржут. Чувак, вообще заново родился, уродло, чувак, вообще. Просто заново родился, чувак, блядь, только что. У тебя на регистратор записан, да? Все хорошо, дочь. Пидорас! Тихо. Может, это первое, а еще три в багажнике, которые... Ну, конечно. Ух ты, ёб твою мать.
женщина. Она его не съест. Одна здесь, вот полоса вот направо одна. Здесь вообще-то по кругу не выступают дорогу. Ты посмотри за знаки, Олег. Что ты творишь, придурок? Got better.
сердцем не стоит тяжим, блять.